Добрый день, дорогие подписчики! Мы приехали на пляж Иракли. Перед пляжем вот такая парковка. И мы встали, к сожалению или к счастью, вот так. Раньше на этом пляже мы заезжали прямо в лесочек и стояли. Но сейчас я покажу вам, что поменялось. Сейчас въезд на пляж перекрыт вот такими столбиками. А также тут еще натянута цепь. Вот так. Обратите внимание, ни одной урны, куча мусора. Но зато, чтобы, не дай бог, не проехали, все перекрыто вот такой цепью. Вот это, собственно, сама дорога на пляж Иракли. Раньше мы заезжали прямо сюда. Тут было очень популярное туристическое место. Протекает пресная речка. Тут можно было припарковаться на вот этих замечательных полянах. Мы стояли, в частности, вот здесь. Тут спокойно помещалось три машины. Можно было стоять с противоположной части. Сейчас это все перекрыто. Это берег речки, которая здесь. К сожалению, все довольно грязно. Люди тут вчера ловили рыбу. Итак, дорога от парковки, где мы стоим, собственно, сам пляж Иракли. Мы идем через небольшой лесочек по каменистой дорожке. С левой стороны у нас речка. К сожалению, дорога с двух сторон с мусором, который никто не убирает. Хотя вчера приехали люди на баге и рассказывали нам, что это частная территория. Поэтому, когда мы стоим на парковке, мы им должны заплатить 15 евро. Или уезжать ночью, иначе они вызовут полицию. Вот еще одни колышки уже при въезде на пляж. Один из них в снятом состоянии практически все время. В туалет ходят прямо тут соседние кусты. Но это все приватная территория. На самом деле кемпинг этих товарищей находится сверху. Отхвачена большая часть территории. Я сейчас покажу вход. На все весь огромный кемпинг два туалета, душа, которые расположены близко друг от друга. Остальная территория этим не обладает. Нигде никакого прейскуранта нет, что сколько стоит. Но нам сказали, что за автобус мы должны заплатить 30 лев в сутки. И за палатку 15. Запах потрясающий. Вот такие бумажки. И наконец-то мы выходим на пляж. Вот это, собственно, единственный выход из кемпинга на пляж. Выше расположен кемпинг. Он занимает очень большую территорию, окруженную забором. Про благоустройство я бы не сказала. Но вот это вот единственное благоустройство. Это вот эта лестница. И рядом там наверху находится туалет-душ. Все. Вот на горе они заняли огромный кусок плато под кемпинг. И вот мы вышли на, собственно, сам пляж Иракли. Тут территория бесплатная.
Дальше начинается платная территория. На пляже есть кафе и речка Вая, через которую мы сейчас перейдем. Вот такая речка. Пляж песчаный, очень хороший, очень приятный. Тут все время волны. Вот. Одного обрыва. Что другого? Вода безумно теплая. Классные волны. Если мы пойдем вправо, то мы увидим там кучу палаток, которые стоят. В той части стоит очень много палаток. Люди оставляют машины сверху и ставят палатки вниз. Вот такое количество машин на парковке. Несколько рядов. Это люди, которые приехали на пляж. Парковка тут бесплатная.